Всем привет, с вами Александр Девченко, и в этом видеоролике я проведу краткий сравнительный анализ как медицинских препаратов, так и альтернативной продукции, которая присутствует на рынке Украины и которая нужна для восстановления суставов, позвоночника, хрящевой и соединительной ткани. То есть, по-простому говоря, это хондропротекторы. Для примера я взял широко распространенные у нас здесь, по крайней мере в Черниговском регионе, это белорусское средство Мукосад. Это широко представленное в аптеке средство, такое как Teraflex. Это очень известная среди спортсменов и популярная такая добавка. Это Animal Flex. И также продукт американской компании Agile. Тоже называется Flex. Сравнение будем проводить по следующим показателям. Первое – это какое вещество присутствует в этом продукте. Второе – это его количественный состав. Третье – это коэффициент полезного действия, то есть биодоступность или биоусвояемость. И после этого мы сравним ценовую политику данных производителей. Сразу хочу сказать, что информация, которую я буду озвучивать в видеоролике, она взята не с потолка, она четко прописана в инструкциях к данным препаратам, а также заявлена самими производителями. То есть это белорусская инструкция, это Teraflex. Это данные, которые приведены на самой упаковке Animal Flex. Ну и производитель дает Agile Flex. Тоже здесь все четко написано. Начнем наше знакомство с препаратом белорусского производства. Это Мукосад. Он поставляется в такой упаковочке. Поставляется он в жидкой форме, в ампулах. И идет 10 ампул, и в каждом находится по 200 мг хондроитина. То есть здесь находится всего лишь одно вещество, которое необходимо для защиты наших суставов. Это только хондроитин в жидкой форме. Его применяют путем внутримышечной инъекции при помощи шприца. Следующий препарат – это Teraflex. В его состав входит глюкозамин и хондроитин, которые, попадая в наш организм, в паре. Они работают с синергетическим эффектом, то есть они усиливают друг друга, усиливают эффект. Его здесь 500 в одной капсуле, поставляется он в капсулированной форме, и одна суточная доза – это 3 капсулки. Здесь находится 500 мг глюкозамина и 400 мг хондроитина. То есть по своему составу как бы он обгоняет Мукосад. Следующий продукт – это Animal Flex. Значит, по заявлению производителя, в его состав входит, мы сейчас рассматриваем те компоненты, которые необходимы для восстановления сустава. То сюда входит 4 компонента. Это глюкозамин, хондроитин, природная сера, которая также важна для наших суставов, и комплекс жирных кислот. Поставляется все это дело в капсулированной, таблетированной форме. То есть вот вы видите здесь 3 капсулы, 4 овальные таблетки и одна круглая. По составу он опережает все 2 предыдущих названных. Ну и четвертый продукт – это Agile Flex. Он поставляется в таких коробках, это месячный курс. И находится, вот суточная доза его находится в таком пакетике. Здесь входит сюда тоже 4 вещества. Это глюкозамин 1500 мг, хондроитин 1200 сера 400 мг и комплекс жирных кислот для восстановления смазки 750 мг. То есть 4 компонента. Ставим его сюда. По Мукосаду здесь суточная доза рекомендуется 1 ампула в сутки. И по Терафлексу суточная доза — это 3 капсулы. Значит, информации по глюкозамину, хондроитину и вообще его воздействию на суставы очень много в интернете. Она не секретная, это исследования проведены давно. Так вот, доказано, что терапевтическая доза, которая влияет на наши суставы, из 2 компонентов, то есть глюкозамина необходимо 1500, а хондроитина необходимо 1200 мг в сутки. Тогда в течение 12 недель происходит как бы обновление клеток нашего сустава, то есть какие-то можно увидеть эффект по хондропротектору. Именно поэтому нельзя получить эффект от хондропротектора за день, за сутки, за неделю, за 2. Обычно это оказывается, человек замечает то, что ему стало намного лучше, и состояние сустава через 12 недель. Кроме того
сколько веществ входит в состав данного препарата, его количество очень важную роль играет биодоступность препарата. То есть, говоря простым человеческим языком, это коэффициент полезного действия. Так вот, это все четко написано в инструкциях по медицинскому препарату. Например, если взять инструкцию по Терафлексу, вы там четко прочитаете, что биодоступность препарата по глюкозамину равняется 25%, а по хондроитину 13%. Что это значит? По-простому это значит, что только четвертая часть глюкозамина из суточной дозы, которую вы приняли, будет полезна вам и дойдет в ваши суставы. И только 13% хондроитина попадет в ваши суставы. Все остальное просто выведется из организма. Так вот, в этом заключается основной и важный аспект вот этих всех хондропротекторов. Ведь нам важно что? Нам важен конечный результат, чтобы мы чувствовали себя здоровы, чтобы наши суставы не болели. И вот от биодоступности на самом деле очень много зависит. Так вот, сейчас я вам просто приведу примеры с обычной простой математики. А выводы уже сделайте сами. То есть капсулированная форма обеспечивает всего лишь, если возьмем усредненное 13 и 25, это где-то 0,19. То есть 0,19 это коэффициент полезного действия капсулированной формы. Таблетированная форма дает и того меньше, она всего дает 0,1. Жидкая форма усвоения при внутримышечной инъекции, по заявлениям производителя, она достигает где-то 95%, ну, по ним пишут, почти 100%. И гелевая форма усвоения, она за счет того, что это суспензия, и за счет того, что он усваивается прямо из ротовой полости, и нам не нужно проходить это все дело как таблетка, капсула через желудочно-кишечный тракт, он усваивается до 95%. То есть, если брать и по эффективности, что мы видим по коэффициенту полезного действия? Мукосат почти 95% усвоения. Двигаем сюда. Терафлекс, капсулированная форма, дает всего 0,19. Animal Flex, капсулированная таблетированная форма. К сожалению, производитель не рассказывает, где здесь глюкозамин, где хондроитин, в таблетке или в капсуле, мне непонятно. Поэтому, ну, априори возьмем, как будто, что это в капсуле, то есть это не больше 0,19. И гелевая форма, Agile Flex, он дает 95% усвоения. То есть мы можем видеть, вот как в данном аспекте распределились наши продукты. Теперь расскажу о ценовой политике на данные препараты. Так вот, 10 ампул мукосада стоит 249 гривен. То есть, по сути дела, односуточная доза, а здесь 10 ампул, односуточная доза обходится вам в 25 гривен. Терафлекс можно приобрести в аптеках, если очень хорошо постараться, за 330 гривен 120 капсул. Таким образом, суточная доза 3 капсулы, она обходится вам где-то 8,5 гривен в сутки. Animal Flex, здесь 44 вот таких суточных дозы, и она стоит около 770 гривен, то есть в сутки вам обходится где-то 17,5 гривен. И Agile Flex, один пакетик в сутки, стоит 49 гривен. Таким образом, вот сейчас как бы понятно, 49, 17,5, 8,5 и 25 гривен. А теперь возьмите простую математику с учетом коэффициента полезного действия. Как я сказал, наиболее эффективным с точки зрения усвоения является вот гелевая форма. То есть для того, чтобы нам хотя бы мукосаду по хондроитину достичь эффекта, который дает Agile Flex, вам необходимо уколоться 5 раз в сутки. 5 уколов в сутки вам необходимо, чтобы достичь той эффективности, которая поможет вашим суставам. И обойдется это вам порядка 120 гривен. И заметьте, здесь только одно вещество – хондроитин. Если вы хотите применить Terraflex, то вам необходимо принять 5 суточных доз. 5 суточных доз. 5. То есть вам нужно съесть 15 капсул Терафлекса для того, чтобы достичь того эффекта, который даст один пакетик Agile. Только заметьте, здесь только два вещества, глюкозамин и хондроитин. Обойдется это вам около 40 гривен. И Animal Flex, с учетом его биодоступности, вам тоже необходимо съесть 5 пакетиков. 5 пакетиков. А здесь, вот вы представьте сколько, я даже не знаю сколько здесь. Наверное, 40 таблеток капсул. И обойдется это вам порядка 87 гривен. И пакет Agile всего лишь 50 гривен в сутки. Когда-то, когда я учился в военном училище, мне преподаватель сказал: природу не обманешь, за все в жизни нужно платить. И
В одной книге я прочитал тоже очень замечательное выражение. Если у вас сейчас нет времени для того, чтобы платить за свое здоровье, настанет тот час, когда вы найдете и время, и деньги только в неизмеримо большем количестве для того, чтобы бороться с болезнями. Вот, собственно говоря, это то, что я хотел до вас донести. Информация вся просчитана, она находится в открытом доступе, а выбор всегда остается за вами. Уколоться или скушать таблеточку, или просто скушать вкусный гель со вкусом апельсинчика. С вами был Александр Демченко. Желаю всем добра, мира, будьте здоровы и увидимся в следующем выпуске. Пока!